Привет. 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 Привет, привет, привет. Привет всем. Ну, здравствуйте. Зачем я вышел в прямой эфир, спросите у меня. Попросили меня. Так, почему Саша расстались? Потому что, блин, есть на самом деле причина. Причина в том, что мы с Сашкой разные, не подходим друг для друга, у нас разные цели. Вот мы и расстались. Как дела у тебя? В принципе, неплохо. Вот сегодня уезжают два парня, два актера. Вот наш квартет распадается, остается дуэт. Меня оставили еще на пару дней съемок. Вот, с одной стороны хорошо, с другой стороны грустновато, что-то все теряется. Вот, и я решил отсюда сразу же ехать в Анапу, а из Анапы в Краснодар. Если не получится в Краснодар, вернешься к Шеве. Че за бред? Нет, все получится, все будет хорошо. Окончательно расстались, да. Так, что еще? Вид усталый. Я, честно, вышел в эфир ненадолго, потому что мы сейчас пойдем с одним актером, с парнягой, прогуляемся. Ну, вот, немножко подышим свежим воздухом перед сном. Так, что за операция Саша делает? Ну, она вам сама расскажет. Я думаю, сейчас смотрят, хорошо ли все пройдет, без ошибок. Если да, то вам все это покажут и расскажут, все будет хорошо. Вот, ты был знаком с ее дочкой. Ну так, немножко, на самом деле, не особо. Вот, красавчик, Адамас. Привет, привет, спасибо большое. Йоу, почему расстались? Да потому что так решили, что будет лучше для всех. Вот. Сколько вы раз расставались? 585. Это золото 585 пробы. А мы с Сашкой расставались, ну, так довольно много. И, если не считать еще те, которые были не публичными расставаниями, то очень много. Вот. Симпатюля, спасибо большое. Так, что еще? Привет еще раз, Ника Коткотова. Привет. Так. У тебя голос как у робота. У робота полицейского? Какого робота? Привет из Ставрополя. Ставрополю привет большой. Вот, скоро приеду в Краснодарский край, там и Ставрополь близко. Привет, как все остальное, все нормально. А, так, она же тебя ждала, что ты приедешь. Так, что, куда ждала, кого? Так, с детьми видишься часто. Вот и сейчас поеду после съемок. Я еду сразу в Анапу. В Анапе я буквально на денек задержусь и еду в Краснодар. Там беру своих малышей и буду с ними. Дня 4 побуду с ними. Говорила, что скучает по тебе. Ты вернешься к ней. С ней выгодно. Да что за бред? Вот как раз таки мне что-что. Выгоды я вообще никогда не ищу. Все будет хорошо, мы все с тобой. Спасибо большое. Вот и я о том же, что много раз, так что по-любому еще сойдетесь. Витя, ты похудел. На самом деле я здесь поправился, я жру сладкое, покупаю всякие тут сладости, в Феодосии продаются вкусные. Вот, я сладкоежки покупаю. А сейчас приеду в Анапу и начну свой марафон похудения. Ну, свой лично для себя, не для кого-то. Я не собираюсь там кому-то что-то говорить, как делать. Мне просто на это не будет времени. А сам буду похудеть. У меня есть задача за... Я знаю, типа, I know one man who become too thin after 45 days. I can do it after 30. Короче, постараюсь 30 дней уложиться и привести себя в порядок. Вот. Будем стараться. Кому лучше будет, если двое любят друг друга, будет только хуже.
сначала будет, как говорили в фильме, сначала будет немножко неприятно, а потом ты привыкнешь. Вот примерно так и получается. Здравствуйте, брат. Во, брат, ты не хочешь зайти в прямой? У тебя как там? Другом. Потому что вот Николай Сергеенко, мой брат двоюродный. Блин. Сын. Заслуженный. Блин. Вот. Брат, нет, он лежит. Хоть бери вас за ручку и мири. Так. Только что, медвежонок, красавчик. Нет, он медвежонок. Ты меня хотел. Ты что меня хотел? Да я хотел, думал, этот. Мы с тобой потрещим, ты же этот, ты грамотный человек. Вот видишь, ислам хочет подсоединиться. Я хотел с тобой, брат. О, мой дорогой Тарас, Андрюшка, братка. Чё, слушай, я в Краснодаре буду, короче, в субботу. Давайте с субботы на воскресенье что-нибудь устроим. С субботы на воскресенье, потому что потом я буду с детьми занят постоянно. Вот. А, Тарас, что думаешь? У меня вьетнамская симка. Я понял, брат. Прими. Здравствуйте, Витя, что с глазами? Да у меня глаза, короче, была подводка, и все, короче, приехал я. Нет, не хочу отмывать мылом глаза тереть. Завтра так поваляюсь, подушку вытрется. Вот, ты пьяный, что ли? Нет, я спать хочу. Но мне еще предложили прогуляться, поэтому сначала прогуляюсь, а потом спать. Ну да, я понял, брат, что у тебя плохо. Витька, возьми меня замуж. Ж-ж-ж. Замуж? Замуж. Нет, девочки. Давайте, знаете как, давайте договоримся так. Я привыкаю быть один. Я привыкаю снова просыпаться один. Мне на самом деле так легче. Я надеюсь, что я найду умиротворение в одиночестве. Ну, конечно, не то, чтобы там в одиночестве, но я имею в виду, что девушка у меня уже постоянно не хочу, не предвидится. Привет из Питера, Питеру большой привет. Ты где именно? Я в Феодосии. Почему такой замученный? Да что-то я выпил таблетки, короче, мелатонин, может, вы знаете такие, и походу меня от них в сон тянет. Вот, поэтому как съемки прошли? Сегодня съемки прошли неплохо. Мы всего 5 часов поснимались. Вот. И все. И нас отпустили домой. Мы попарились в бане. И весь день дома. Кайфовали. Вот. Сегодня весь в глине был. Да. В голубой глине. Отдельное предложение. Мы с Андрюхой как раз планировали. Фу! Тогда что у нас? Суббота. Суббота на воскресенье, пожалуйста, мы берем вино, ну и начинаем. Хорошо? Тарас, пожалуйста, не соскочите, я Андрюхе Ладику тоже наберу, спрошу, что кого, вот, и решим. Прилетай в Эстонию, затусим. В Эстонии обязательно. Где в Краснодаре можно увидеть тебя? Ну вот, смотрите, мы в Краснодаре пойдем, значит, суббота на воскресенье с друзьями отдыхать. И я буду примерно держать в курсе, куда мы поедем отдыхать. Скорее всего, там, не знаю, в какой-нибудь попсовый коко, может, или что-нибудь такое. Посмотрим. Ты как Франкенштейн. Где именно? Возьми меня замуж. Классный ты. Почему с Шевой разошлись? С Сашкой мы разошлись, потому что у нас не разные взгляды на жизнь и разные стремления. Я хочу одного, она хочет другого, и я не хочу ее за собой тянуть, и также не хочу потакать ее каким-то желанием. Вот. Как-то так. Привет из Беларуси, ждем в гости. Привет, Белоруссия. Обязательно в очередь. В очередь. Мы с Сашей расстались, да. Отправь мне поцелуй. Поцелуй? Ну, возьмите. Наркотики, таблетки, чай, трава. Это что за хаски дикая? Хаски ест колбаски. Это пингвин. Вот, передай мне привет, плиз. Привет, Вика, 4499. Я вижу первого, который успевает отвечать на все вопросы. На самом деле, не так уж много людей, поэтому я
успеваю отвечать на все. В Краснодаре где будешь в субботу? Скорее всего, в Коко пойдем, посмотрим. Хочу в какой-нибудь попсовый, не хочу, где, ну, такой жесткий бит. Я на красный. Ого, привет, привет. Ты страшный, хаски. Спасибо большое. Привет, Вить, привет, Настен. Привет из Литвы, Литве. Большой привет. Где начинаете? Начинать будем, наверное, дома у кого-нибудь. Посмотрим. Привет из Минска. Минску большой привет. Привет, как ты? Я нормально, Шева. Дробит тебе. Она в сторис отпустила тебя вместе с твоими шарами. Да, она меня отметила в этом. Не понимаю, Сашка, что-то немножко троит. Написала какой-то пост о том, что я ее якобы что-то там не давал ей, как сказать, пространство, свободу. Теперь она чувствует свободу. И она удалила этот пост. Очень странно. Вот у нее, короче, метание. Не знаю, что она хотела этим показать или сделать. Я на самом деле к Сашке отношусь хорошо. И всегда говорил ей о том, что я сам ей говорил о том, что со мной она не будет развиваться так, как она может развиваться. Потому что мне нужна девушка, ну, была нужна девушка, ну, в ее лице домашняя, спокойная, ну, какая-то такая, то есть более сдержанная. Саша такой быть не может, поэтому я Саше всегда говорил, что, Саш, не надо себя ломать для того, чтобы быть лучше для меня. В итоге Саша это поняла, и хорошо. Ты хочешь карьеру, и Саша, наверное, замуж. Что с глазами? Глаза после съемок, я не отмыл их как следует. Максик, здорово, дорогой. Макс, я 20-го, 21-го, скорее всего, в Анапу уже приеду. Ну, то есть 21-го уже точно в Анапу приеду. Вот. 23-го мне надо быть с утра в Краснодаре, потому что там мои шмотки приедут. Короче, договорились, созвонимся. Все, это разбратка, давай. Связь, целую тебя. Ой, спасибо тебе, как хорошо, что ты отвечаешь. Стараюсь. Привет, Витек. Привет, брюнетка. С вами можно начать? Да, давай посмотрим, хорошо? Я просто сам еще не знаю, кто будет, где будет. Я так полагаю, ребят будет много, девчонок будет много, поэтому не знаю, как пойдет. Может, и начнем. Вот. Привет из молодых. Молодым привет большой, красивый ты. Спасибо большое. Так, Краснодар, вы поняли, давайте в субботу мы пойдем куда-то отдыхать с друзьями, и я буду потихонечку сторисами сопровождать наш отдых, и если мы где-то встретимся на какой-то площадке, то будет интересно. Вот, пообщаемся, будет здорово. Вот. Могу подъехать, посидим, недалеко от меня находишься. В смысле, ты имеешь в виду, я в Феодосии сейчас. Феодосии. А ты где, Ислам? Витя, здравствуй. Как проходят съемки? Съемки проходят хорошо. Спасибо большое. Меня даже на денек еще оставили. Передай привет, пожалуйста, Леше Златкину из Питера. Лешке Златкину из Питера привет большой. Друзья тут у тебя есть? Друзья у меня хорошие есть. Да, в Краснодаре у меня есть хорошие ребята. Друзья. Вот. Ты хороший парень. Ты обязательно встретишь самую-самую. Люби себя и будь любимым. Я люблю себя, поверьте. Любимый. Мне, наверное, меня есть кому любить. Меня любят мои дети, меня любит моя мать, мои родные. Так что, в принципе, я думаю, каждый из нас любим кем-то, этого хватает. Привет от Татарочки Аделины. Хорошего вечера. Спасибо, Татарочка, тебе тоже. Можно вопрос, сколько нужно весить на рост 1.53 м? Я не знаю, какое у тебя телосложение, но где-то килограмм, наверное, ну, около, блин, такой рост невысокий. Я думаю, что около 45 килограмм, вот так. О, это я. Так. Мы с мужем только в ноябре 2018 поженились, а уже ссоры, и сейчас живет даже отдельно, уже почти 2 недели, и все из-за наших выносов друг другу. Так, перестаньте просто, перестаньте, вспоминайте, почему вы вместе, почему... Почему все началось, чего все началось, вашу дорогу. И знайте, что с другим человеком лучше вам не будет. Поэтому старайтесь как можно сильнее старайтесь сохранить то, что есть. Всегда сможете уйти, поэтому до конца пытайтесь сохранить. Ну, тем более, что вы уже замужем.
все будет хорошо, ведь что не делается, все к лучшему, согласен. Пошли в кино. В кино где? Кстати, хотел сходить в кино здесь, в Феодосии, но... Но в Феодосии что-то ничего не идет. Откуда такой шрам на руке? Этот шрам у меня с детства, я в детстве горел в пожаре, там упал, на меня капала штора и все такое. В Озе или в СБС. Конечно, в Озе был я, в СБС бывал, но я уже давно в Краснодаре не был, поэтому в Озмоле очень редко был, в СБС чаще бывал. Какая диванная фраза, ребят, будет много? Дивная фраза, ребят, будет много. Дивная, понял. Ну да, парни будут. Давай будем переписываться в директе. Витя, ответь. Пишите мне в директе. Супер, созвон, могу в Краснодар поехать. Есть дела. Давай тогда посмотрим с тобой, может быть, либо в пятницу, либо в субботу с утра выйдем. Мне просто надо в субботу с утра быть в Краснодаре за шмотки там. Мне надо потом там снять квартирку. Вот, и я там, потому что с детьми буду какое-то время обитать. Молдавия с тобой. Я с Молдавией тоже. Спасибо большое, Виктор. Я тебе в щеке. В щеке. Привет. Пишите. Привет. Вы что, опять расстались? Да, а тебе недалеко до Севастополя? На самом деле далеко. Я уже в Феодосии. Так, почему? Что ты, Саша, расстался? Да, hello, привет. Это круто, дети, цветы жизни, да. Ответь мне, отвечаю. Вот скажи, Виктор, ты можешь простить измену? Не знаю, нет, вряд ли, нет, не могу. Простить могу, но потом уже опять мне будет грызти внутри все это. Так, а Саша в Москве остается? Да, Саша не едет, Саша в Москве. Приезжай в Ставрополь, обязательно как-нибудь. Витя супер мачо. Мачо, привет. Опа, пришел. Мой друг, поэтому я сейчас забираюсь и... Кто там такой? Кто там? Бар номер 3. Ну все, дорогие, обнимаю, целую. Давайте еще выйду в эфир, может, вечером. Ну, скорее всего, вряд ли уже приеду спать, лягу. Я в прямом эфире, брат. Сейчас, поехали.